Итак, перед вами вселенная Варкрафта. Вселенная, которая считается одной из самых лучших. И по своей продуманности и масштабам может быть лучше, чем даже вселенная Толкина. Чем же наполнен этот мир? Разными магическими созданиями. Ужасными и опаснейшими приключениями. И просто красивейшими мирами. Да, ребята, это тот самый мир, который берет свое начало в 1994 году и живет по сей день. И как бы это ни звучало, жить он будет еще очень долго. Ну да ладно, опустим формальности. Сегодня в этом видео речь пойдет о той самой эпохе, благодаря которой World of Warcraft был на пике своей знаменитости. Итак, перед вами история Артаса. Итак, Артас родился в королевской семье Тринасы и Лиана Минитил за 4 года до начала Первой войны. Молодому принцу пришлось расти в тяжелые годы, когда земли Азерота буквально разрывались от войны, альянс распадался на части. В детстве он был лучшим другом Вриана Рина, принца, утраченного Штормграда, и наблюдал, как растет его будущий конь непобедимый. Кстати, немного о коне. Непобедимый появился на свет на глазах у Артаса. Юный принц, затаив дыхание, смотрел, как жеребенок выбирается из лона матери, кобылу по имени Светлая Грива. С первого дня они стали неразлучны. Верхом на непобедимом Артас объездил весь Азерот. Верный конь не раз выносил его из сражения, когда ледяная хватка смерти готова была вот-вот сомкнуться над ним. Тугие жгуты мышц непобедимого самой природой были предназначены для стремительной скачки. Артусу не раз чудилось, что скакун не мчится по земле, а летит по воздуху. Едва ощутимым прикосновением шпор он направлял коня в нужную сторону, и непобедимый повиновался всаднику без сомнений и пререканий. Не будь конь так слепо предан хозяину, его бы не ждала неименуемая гибель и перерождение в зловещем, нечестивом облике. Однажды холодным зимним днем, когда снег укутал землю толстым покровом, Артусу понадобилось без промедления выехать из города. Несмотря на суровый мороз, он не желал ждать ни минуты. За городской стеной он привычным движением бросил было коня вперед, но копыта скользнули по предательски гладкому льду, и непобедимый рухнул на землю. Обе передние ноги были переломаны. Повсюду бушевала буря. Ждать помощи было просто бесполезно. Артас это понимал и в очередной раз, взглянув на своего верного скакуна, решил избавить его от мучений. Артас, не чувствуя тела, как-то подошел к животному. Каждый вздох был мукой, но он переосилил эту боль. Это была его ошибка. Его ошибка. «Мне жаль», — сказал он, — «мне очень жаль». Непобедимый был спокоен, доверчиво смотрел на него, как будто понимал, что сейчас произойдет. Как будто понимал, так надо. Лицо снова залили слезы, застилая перед ним все, он с трудом вытер их. Артас поднял меч и резко опустил его вниз. Артас последний раз посмотрел на тело коня, которого он звал непобедимым. Все верили, что это был лишь несчастный случай, и он не стал их в этом разубеждать, не в силах перенести правду, что все произошло по его вине. И он дал клятву, что если кто-либо еще когда-либо будет нуждаться в защите, что если нужно будет принести жертву ради благополучия остальных, он сделает это. Чего бы этого не стоило, подумал он. Кстати говоря, бытует мнение, что именно из-за коня произошла вся дальнейшая история с Артасом, так как именно после этого случая Артас приобрел черту характера, которая впоследствии и погубила его. Став подростком, Артас обучался воинским искусствам у Мурадина Бронзоборода, брата короля Магни, и погружался в истины света под руководством Утра Светоносного. Некоторое время спустя Тринас решил выдать свою дочь Калию за Орда Давао Престора, пытаясь решить политические проблемы. Калия была растеряна, и когда Артас успокаивал ее, пожелал ему выбрать жену не по любви, а не за политики. Принц дал присягу ордену рыцаря Серебряной Длани, когда ему стало 19 лет. Церемония состоялась в Соборе Света, находившемся заново отстроенном Штормграде. Именно тогда Артас получил священный молот, названным «Отомщением Света». Находясь в Штормграде, он также посетил Вариана Рина, вернувшегося на престол его новорожденным сына Андуина, обхватившего палец Артаса. А однажды принц посетил крепость Дарнхольд, где увидел известного орка-гладиатора Трауа. Он остался в крепости на ночь, и Эделос Блэкмур, местный правитель, отправил в него в комнату Торетту Фокстерн,
чтобы угодить ему. Но между ними случился лишь разговор, и Артас заметил, что Торетто напомнил ему Джайну Праудмур, к которой он привязался. Во времена своей юности Артас познакомился с Джайной, единственной дочерью прославленного адмирала Дейлина Праудмура и ученицей магов. Они стали близкими друзьями, а позже отношения переросли в романтические. Однажды Артас остановился в Долоране, чтобы провести с Джайной побольше времени. В честь его визита верховный маг Антонидас организовал пир, на котором также присутствовал эльфийский принц Кельталас Солнечный Скиталец. Во время пира Артас и Антонидас обсуждали странную летаргию орков, здоровье Тринаса, Штомград, Андуина Рина и статус отношений принца Лордерона. Кельтас, также влюбленный в Джайну, даже обнаружил, как Артас и Джайна целовались подаркой и возмутился, но принц не обращал внимания на ревнивого эльфа. Позже Артас пригласил Джайну в Лордерон, чтобы принять участие в фестивале в честь Сада Чудес и Тыквавина. В течение этого времени принц Гоу публично ухаживал за девушкой, но в конце концов Артас начал сомневаться в том, что они готовы быть вместе, и резко разорвал отношения, чтобы Джайна могла сосредоточиться на изучении магии в Долоране, а он сам на своих обязательствах перед королевством. Впрочем, вскоре они решили возродить свои отношения, но приближалось вторжение плети, события, изменившие их жизнь раз и навсегда. Артасу наступило 24 года, и он стал сильным и уверен в себе молодым человеком. Несмотря на сыпь и своевольное поведение, он считался известным воином и одним из лучших мечников королевства. Хотя ему были присущи упрямство и некоторое высокомерие, никто не пытался оспорить его храбрость и упорство. Его знаменитый подвиг в те времена – победа над лесными троллями Зул-Амана, которые начали нападать на поселение у границы. Ну что ж, вот и начинаются события Варкрафта III. Артас, направляемым утром светоносным, участвовал в сражениях против орков, сбежавших из лагерей для военнопленных. Вскоре он узнал о загадочной чуме, которая начала распространяться по северным землям Вардерона. Объединившись с Джайной Праудмур, он отправляется туда, чтобы разгадать источник чумы и остановить ее распространение. Артас и Джайна понимают, что некромант Кел Тузет имеет отношение к чуме и преследует его, но он долгое время ускользает от них и делает туманные намеки насчет будущего, которое ждет принца. В конце концов, им удается убить некроманта, но чума уже охватила почти все королевство из-за зараженного зерна, которое перевозили крестьяне и купцы. Город Дольный Очаг, оберегаемый Артасом, был атакован отрядом нежити, восставшими трупами горожан, погибших от чумы. Принц, впавший в отчаяние, решает уничтожить все население, зараженного Стратхольма заранее, чтобы его жители не успели обратиться в нежить. Утр и Джайн отказались подчиняться ему, и в гневе Артас отстраняет своего наставника от командования. Отряды, сопровождавшие Утр и Джайну, покидают лагерь Артаса вслед за своими лидерами. После наступления ночи войско, лояльное принцу, вырезает все население города. Тогда же Артас встречается с повелителем ужаса Малганисом, который смеется над принцем и обращает жителей города в нежить прямо у него на глазах. Принц, охваченный яростью, возглавляет свои войска по победе над силами Малганиса, но тот успевает ускользнуть на северный материк, называемый Нордскоу. Жажда мести заставляет Артаса отправиться вслед за ним. Месяц спустя принц, сопровождаемый небольшим отрядом, добрался до берегов Нордскоу. Он начинает путешествие по ледяным пустошам и встречает дворфов, потерпевших кораблекрушение. Они исследовали материк в поисках ледяной скорби, другое название – Фростморн, легендарного рунического меча. Артас заручился поддержкой Мурадина Бронзоборода, своего старого знакомого и наставника, и начал пробиваться через нежить. Тем временем, в Лордероне, Утр Светоносный разговаривает с королем Тринасом и убеждает его, что Артас вместе со своим войском должен немедленно вернуться домой. Король соглашается с паладином и отправляет гонца соответствующим приказом. Но Артас, обратившийся к наемникам, сжигает корабли, на которых прибыл на север, что делает возвращение невозможным. Позже принц обвиняет наемников в сожжении кораблей, другими словами, и предает их, и это удивляет Мурадина. Однако озлобленные воины Альянса убивают тех, кого считают виновными. Войско людей начало продвижение к цитадели, где скрывался повелитель ужаса Малганис, а Артас и Мурадин, сопровождаемые верными соратниками, отправились в ледяные пещеры, чтобы найти ледяную скорбь. Когда рунический меч наконец-то обнаружился в глубинах горы, Мурадин осознает, что клинок проклят, и предупреждает об этом Артасу, но принц, охваченный яростью и жаждой мести, не прислушивается к словам наставника и хватает ледяную скорбь, отбросив в сторону свой священный молот. Кусок льда, в который был закован Фростморн, разбивается и своим осколком задевает Мурадина, отчего тот падает и теряет сознание. Все думали то, что он умер, но это не так.
Артас не обращает внимания на якобы смерть друга и радуется, что наконец получил то самое оружие, способное уничтожить Малганиса и его армию. Он лишь говорит, что гибель Мурадина – небольшая цена за возможность свершить месть. Артас возвращается к своему войску и начинает последний штурм, одерживая сокрушительную победу над нежитью. Он добирается до Малганиса и сражается за ним. Малганис понимает, что повелитель предал его, когда Артас говорит о том, что он начал слышать голоса после того, как подобрал меч, и погибает от рук Артаса. После этого принц отправляется в скитание по ледяным пустошам Нарского, где лишается остатков разума и оказывается поглощен силой тьмы. Вот так Артас и потерял человечность и стал рыцарем смерти. Сын мой, тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я позабочусь обо всем. Сын мой, что ты делаешь? Я становлюсь королем, отец. Это королевство будет уничтожено, и на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира. Это был конец 50-летнего правления короля и всего королевства Ордерон. Артас, вернувшись в родные земли в сопровождении Фаурика и Марвина, своих верных капитанов, пронзил своего отца. Кстати, Фаурик и Марвин, эти два персонажа, будучи первыми верными рыцарями смерти высокого звания, будут наблюдаться в месте, где закончится история короля Лича, в цитадели Ледяной Короны. Там они будут верно защищать его в последние часы жизни. Вскоре Артаса находит Тихондрий, очередной повелитель ужаса, который называет его рыцарем смерти. В разговоре с ним принц узнает, что после получения ледяной скорби он начал слышать голос Нерзуа, короля Лича. Нерзу создает этот меч, чтобы захватывать души, и душа самого Артаса стала его первой добычей. Под руководством Тихондрия рыцарь смерти начинает восстанавливать культ проклятых. Сперва он убивает Утра Светоносного, своего бывшего учителя, и забирает у него магическую урну с прахом своего отца. Он развеивает прах недалеко от Андарава и помещает внутрь останки Келтузеда, которого не так давно убил с Джайной. Для воскрешения некроманта необходима энергия солнечного колодца, который находится в столице высших эльфов. Артас отправляется туда вместе с армией нежити и уничтожает большую часть жителей Кельталаса, включая Сильвану Ветрокрылую, которая командовал войсками следопытов. Артас поднимает Сильвану в виде банши и заставляет служить себе. Затем он добирается до солнечного колодца, и Келтузед восстает из праха личом. Некроманты рассказывают Артусу об истинном предназначении плети и опывающем легионе. О том, что короля Лича создал Кил-Джеден, чтобы подчиненная ему плеть ослабила мир перед вторжением воинства демонов. Вскоре Артас и Кел-Тузед достигают территорий,
занятых орками с клана Черной Горы. Чтобы получить доступ к демоническим вратам и получить дальнейшие указания от Архимонда, одного из повелителей Легиона. Они уничтожают уртов, и Кел'Тузет узнает, что им необходимо добраться до Долорана и добыть книгу заклинаний Медива, благодаря которой Архимонд сможет лично прибыть в Азерот. Артас и его прислужники направляются в Долоран и, убив несколько магов Кирин Тора и Антони Даса, получают необходимую книгу. С приходом заката Кел'Тузет использует книгу и начинает обряд призыва, пока Артас и воинство плети обороняют его. Вскоре прибывает Архимонд, который сразу же сообщает, что король Лич больше не нужен Легиону, а плеть переходит под командование Тихондрия. Артас удивлен такими новостями, но Кел'Тузет успокаивает его, сказав, что король Лич предвидел все это и отправляет своего выразителя в смерти Калимдор. Прибыв на западный материк, Артас достигает оскверненного леса и находит там ночного эльфа Иллидана, с которым вступает в краткое сражение. Их силы оказываются равными, и Иллидан соглашается выслушать слова Артаса. Рыцарь смерти рассказывает ему, что причиной порчи лесов стал череп Гул'дана, попавший в руки Тихондрия. Иллидан с удивлением спрашивает, почему он должен поверить Артусу. Тот отвечает, что его повелителю будет выгодно поражение Пылающего Легиона, чтобы Нарзул освободился от контроля демонов и вернул себе плеть. После поражения Архимонда и Пылающего Легиона у горы Хиджал, Артас долго размышлял, решил вернуть власть над плетью в свои руки. Чтобы это стало возможным, ему было необходимо разобраться с тремя анатризимами, оставленными в Вудроне. Вариматосом, Бальназаром и Детероком. Рыцарь смерти, сопровождаемый Кел'Тузетом и Сильванной, отправился в столицу Урдерона, чтобы объявить о поражении Пылающего Легиона и уничтожить анатризимов. Однако им удалось сбежать. Избавившись от их контроля, Артас и его спутники очистили территорию вблизи столицы от остатков Альянса, и принц с Кел'Тузетом вошли в город. Однако они столкнулись с подготовленной нетрезимой ловушкой и были вынуждены разойтись в разные стороны. С большими потерями Артас смог сбежать из столицы. У городских врат его встретили банши Сильваны, которые помогли ему справиться со стражниками. В Тересфальских лесах оказалось, что Сильвана построила собственную ловушку, решив отомстить за свою гибель. Ее банши уничтожили отряд Альянса, не подозревавший о предательстве, а сам рыцарь смерти был спасен только благодаря прибытию Кел'Тузада со своими некромантами. Сильвана сбежала и вернулась в свой лагерь. Рыцарь смерти все чаще и чаще слышал голос своего повелителя, который призывал Артаса вернуться в Нарскоу. Артас испытывал сильную боль, когда король Лич терял свои силы из-за трещины в ледяном троне. Вскоре после встречи с Кел'Тузедом он отправился в новое плавание на север, и некромант остался его наместником в Ордероне. Добравшись до северных берегов, Артас познакомился с еще одним прислужником короля Лича, отправленным ему на помощь, Ануб Араком, королем Нерубов. Король Лич поведал им двоим, что к ледяному трону подбирается Иллидан, отправленный Кил'Джиденом для возмездия. Артас и Ануб Арак одолели объединенные силы эльфов крови и наг, оставленных побережье Иллиданом, и спустились в глубины Ожжёл Неруба, подземного королевства. Через его пещеры они могли бы добраться до ледяного трона раньше ночного эльфа. В подземных пещерах они столкнулись с дворфами, которые были соратниками Мурадина Бронзоборода, якобы погибшего, когда Артас взял в руки ледяную скорбь. Командиром их отряда стал Бейлгун Огнебород. Рыцарь смерти и Нруб справились с дворфами и спустились еще глубже в пещеры, где встретили древний ужас – Безликих. Они провалились сквозь них с большими потерями, и Артас торопился выбраться на поверхность, однако случился обвал, разделивший его с Ануб Араком и другими спутниками. Рыцарь смерти, потерявший много сил, встретился с ними недалеко от выхода наверх. Выбравшись вблизи от ледяного трона, собрали свое войско и разгромили основные силы эльфов крови и наг. Артас поспешил к своему повелителю, но его догнал Иллидан, превратившийся в странный гибрид ночного эльфа и демона. Рыцарь смерти не желал впускать врага в зал короля Лича, и началась тяжелая битва, в которой Артас смог одержать победу, ранив Иллидана. Рыцарь смерти вошел в пустоту внутри ледника и увидел наверху кружащийся вихрь, прикованный ко льду. Когда он шагнул по лестнице навстречу своей судьбе, в его голове зазвучали голоса близких людей, которых он игнорировал. В конце концов он услышал хриплый шепот Нерзула. «Верни меч, заверши круг. Освободи меня из этой тюрьмы». С криком Артас обрушил мощь ледяной скорби на тюрьму короля Лича, и трон взорвался, усыпав землю ледяными осколками. Шлем Нерзула упал к ногам рыцаря смерти, и он, подняв его, надел этот могущественный артефакт на свою голову. В этот момент Нерзул и Артас слились в одно единое существо, как всегда и планировал король Лич.
Неужели ты останешься перед королем? Сведов, ты совсем лишил взрослые армии. Без армии я не смогу победить болгановцев. Гордостью смотрел, как ты рос для служения справедливости. Не забывай, наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью. Воодушевив сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинная победа. Знай это, и
Ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. В течение нескольких лет после слияния король лично находился в спячке. Пока по Нарскову бушевали снежные бури, а его прислужники строили цитадель ледяной короны вокруг трона. Во время сна в разуме короля Лича сразу три личности боролись за влияние и контроль над всей сущностью. Рыцарь Артас Минитил, шаман Нерзул и Матиас Нетлер. Матиас был маленьким мальчиком, который символизировал остатки всего человеческого в Артасе. Матиас пытался урезонить рыцаря Артаса, но тот заставил его замолчать, воткнув в него ледяную скорбь. Нерзул был в восторге от этого и заявил, что теперь может слиться с Артасом въедино. Но бывший принц отверг это предложение, сказав, что ему лишь принадлежат силы короля Лича, и больше никто не посмеет отдавать ему приказы. Он пронзил оглушенного Нерзул ударом своего клинка и стал основной личностью короля Лича, тем самым завершив сон. После пробуждения король Лич первым делом извлек свое сердце, считая, что все, что роднит его со смертными, делает его слабее. Он отправился в каньон гибели Синдрагоссы и воскресил древнего дракона Синдрагоссу, которая была первой супругой Малигоса в виде ледяного змея. После этого он наблюдал за своей гигантской армией нежити, готовой к войне. Во время сна своего правителя рыцари смерти тренировали на территории ледяной короны. Пробудившись, он приказал им отправиться к часовне Последней Надежды, где были похоронены тысячи героев Альянса, каждый из которых он пожелал воскресить на своей стороне, а затем захватить эти земли для плети. В столице Азерота были доставлены загадочные контейнеры с зараженным зерном, жители которых съели хлеб, испеченный из этого зерна, превратились в кровожадных упырей, если не успевали исцелиться у участников Серебряного Рассвета. Во всех крупных городах начался хаос, по всему миру появились некрополи, начиная вторую войну против плети. Герои Альянса и Орды пытались совладать с чумой с наступающими войсками нежити. Трау и Вариан Рин созвали других правителей своей фракции и запланировали вторжение на земли Нардского, чтобы раз и навсегда устранить угрозу короля Лича. Последней каплей стало прямое нападение плети на Аргримар и Штонград. Гигантские армии нежити, усиленные ледяными змеями и поганищами, вторглись на территории столиц. Нападение удалось отбить, и были организованы экспедиции Орды и авангард Альянса. В будущем выяснилось, что главным предназначением этих атак было привлечение в Нардскул величайших героев Азерота, чтобы король Лич мог захватить их и обернуть против собственных народов, как это было с самим Артасом. Королю Личу было недостаточно героев Альянса, призванных в Нардскул, и он решил освободить чумные земли от всех, кто противостоял плети. Для этого он создал новый Орден Рыцарей Смерти, который возглавил Дарион Могрейн. Рыцари Смерти смогли изгнать Алый Орден из Лордерона, а выжившие были вынуждены объединиться в Алый Натиск и отправиться на Северный Материк. Во время сражения Ардас ощутил присутствие старого врага, Малганиса, которого уничтожил давным-давно, но решил проигнорировать его на данный момент. Плеть, усиленная победой над Алым Орденом, атаковала часовню Последней Надежды, чтобы уничтожить Серебряный Рассвет. Несмотря на значительный перевес сил, паладины смогли победить армию нежити, во многом благодаря прибытию Тириона Фондринг. Призрак Александроса Магрейна, первого владельца Испепелителя, появился, чтобы поговорить со своим поверженным сыном Дарионом, но на поле битвы вступил сам король Лич, который поглотил душу Александроса своим мечом. Понимая, что Ардас предал их орден, Дарион атаковал его, но король Лич с легкостью отбросил противника в сторону. Тириан начал готовиться к битве против Артаса, который заявил, что пожертвовал армию рыцаря смерти, чтобы заставить Фордринга покинуть укрытие. Лорд Максел Тирас приказывает оставшимся паладинам атаковать, и король Лич легко одолевает их. Услышав от самого Артаса, что рыцари смерти Акероса были всего лишь приманкой, Дарион бросил оскверненный испепелитель Тириону, плененному заклинанием короля Лича. Пламенная вера Фордринга и священная земля часовни очистили испепелитель, вернув легендарному клинку его былое сияние. Получив новую силу, Тирион освободился от заклинания и ударил Артаса испепелителем. Король Лич, не ожидавший такого поворота событий, отступил, напоследок пообещав Тириону, что следующая встреча произойдет не на священной земле. Сражение у часовни Последней Надежды привело к появлению двух величайших врагов короля Лича, Серебряного Авангарда, в котором Тирион объединил Серебряный Рассвет и Серебряную Длань, и Орден Рыцарей Черного Клинка, который образовался из Рыцарей Смерти Акероса, преданных Артасом.
Воины Альянса и Орды объединились во время осады Ангатара, Врат Гнева, и вместе они сражались против нежити. С помощью драконов, которые обеспечивали поддержку с воздуха, они смогли отбить врата у плети, и два командира, Боуворд Фордраган и Дранаш Сурфанг, воззвали королю Личу, требуя, чтобы он сам пришел на поле боя вместо нежити. Артас вышел к ним и одним ударом убил Сурфанга, после чего поглотил его душу. Прежде чем Бувар напал на противника, объявился Верховный Аптекарь Гниос, лидер Королевского Фармацевтического Общества и создатель Новой Чумы. Он предал Орду и высвободил свое творение на всех, кто сражался на поле битвы. Чума уничтожила не только плеть, но и воинов Альянса и Орды, включая Бувара Фордукана. Король Лич, ослабленный ею, был вынужден отступить. Тирион обнаружил, что замороженное сердце Артаса было извлечено из глубин под цитадель Ледяной Короны и доставлено в Собор Тьмы. Считая, что сердце сохранило последние крупицы человечности короля Лича, Тирион переоделся в послушника культа проклятых и направился туда, чтобы самому увидеть сердце. Артас почувствовал приближение врагов и лишил Тириона маскировки, но паладин, уверившийся, что сердце сохранило лишь тени прошлого, уничтожил его ударом из пепелителя. Случился взрыв магической энергии, который убил верховного призывателя духов Базалета, лишил Тириона сознания и ранил короля Лича. Сразу же появились Дарион Могрейн и другие рыцари Черного Клинка, которые победили оставшихся культистов и унесли Тириона в безопасное место, прежде чем Артас успел восстановиться. Серебряного авангарда! Настал ваш час! Ты чувствуешь, сын мой? Вокруг тебя сгущаются тени. Свет воззвал к правосудию. Тебе, наконец, придется ответить за все прошлые грехи. Тебя призовут к ответу за все кровавые бесчинства. За все неописуемые ужасы, которые испытал этот мир. Все темные и древние силы, что ты поработил. Хотя моя душа стала одной из первых жертв твоего зла, в этом клинке томятся тысячи других, и они вопиют об освобождении. Сын мой, ибо армия света собирается у твоих врат. Пусть идут. Ледяная скорбь жаждет крови. Thank you.
Не все же Альянсу веселиться! Артас! Кровь твоего отца, твоего народа требует правосудия! Давай, трус, иди сюда и ответь за свои грехи! Ты говоришь о правосудии, о трусости. Я покажу тебе, что такое страх, и познакомлю с правосудием смерти. Хватит болтать! Покончим с этим! Ты заплатишь за все загубленные тобой жизни, предатель! Храбрые слова, но ничего у тебя не... Что? Вы думали, мы забыли? Вы думали, мы простили? Узрите же страшную месть! Отрекшихся! Сильвана! Смерть плети! И смерть всему живому! Отдан! Теперь все видят. Пришло время отрекшихся. Вот и все. Спасения нет никому из нас. После серебряного турнира, который завершился убийством Ануб-Арака, преданного союзника короля Лича, серебряный авангард, возглавляемый Тирионом, объединился с рыцарями Черного Клинка. Так образовался Пепельный Союз, в котором два разных ордена стремились к одной единой цели – последней победе. Последней победе над плетью в цитадели Ледяной Короны и поражению короля Лича. Когда разведка доложила, что найден способ пробраться в личные покои короля Лича, Джайна Праудумур и Сильвана Ветрокрылая отправились туда в разных отрядах, к которым также присоединились герои Альянса и Орды. Джайна хотела найти хотя бы частичку Артаса, оставшуюся внутри короля Лича, а Сильвана собиралась просто пробраться туда, пока он был занят Пепельным Союзом, и отомстить ему. Оказавшись внутри, они обнаружили, что король Лич оставил свой легендарный меч в залах отражений. Джайна и Сильвана пытались поговорить с душами, поглощенными мечом, чтобы найти слабое место своего врага, и им явился призрак Утора Светоносного. Он предупредил, что король Лич видит все, что находится вблизи Ледяной Скорби, и он уже направляется сюда. Утор сказал, что следы Артаса в разуме короля Лича незначительны, и он может быть побежден только там, где Артас слился с Нерзумом, у Ледяного Трона. Под конец призрак Паладина сообщил, что после убийства короля Лича кто-то должен занять его место, так как гигантские армии нежити, которыми никто не управляет, уничтожат все на своем пути, все живое на Азероте. Прибыв в зал отражений, король Лич втянул призрак Утора обратно в Ледяную Скорбь и призвал двух своих худших капитанов,
Фаврика и Марвина, чтобы они разделались со смертными, посмевшими войти в его личные покои. Отряды Альянса и Орды смогли расправиться с капитанами и погнались за Королем Личом, но Джайна и Сильвана не смогли причинить ему хоть какой-то значительный вред. Прозвучал приказ к отступлению, и оба отряда с большим трудом смогли сбежать от Короля Лича. Чемпионы серебряного турнира, ведомые Тирионом Фордрингом, прорвались с цитадели Ледяной Короны и сразили самых могущественных слуг Короля Лича. На вершине крепости Артас заковал Тириона в лед и заставил беспомощно наблюдать, как чемпионы сражаются против него и призванных существ. Под конец Король Лич с легкостью уничтожил всех противников одним разрушительным заклинанием и сказал Тириону, что он ждал этого вторжения, зная, что Паладин приведет с собой сильнейших героев Азерота, которые вскоре воскреснут слугами плети. Лучших воинов, которых знал мир, и отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Батитаха! Сопротивление нежити было лишь испытанием для этого отряда, ставшего величайшей боевой силой, которая когда-либо существовала. Артас начал воскрешать героев на своей стороне, но Тирион воззвал к свету и получил благословение, вырвался из глыбы льда и расколол ледяную скорбь испепелителем. Души, поглощенные этим оружием за всю историю, напали на короля Лича и закружили его в вихре. Призрак короля Тренаса, отца Артаса, воскресил чемпионов Фордринга, которые смогли добить короля Лича. Последствия. Становление королем Личом далось Боувру нелегко, и он не смог получить контроль над культом проклятых и плетью, которые оставались активными в Чумных землях. Основной базой сил плети в Ордероне стал некроситет. Сильвана Ветрокрылая вскоре посетила Ледяной Трон, чтобы лично убедиться в гибели Артаса. Обнаружив, что его просто заменили на Боувра, она впала в ярость, что Король Лич продолжает свое существование. Сильвана была уверена, что однажды Король-Марионетка вновь направит Орды Нежити на этот мир. Она ударила кулаком по льду, в который был закован Боувр, и по нему проскочила трещина. Среди множества видений Велена был мир будущего, в котором наследник Короля Лича оказался еще более ужасным и зловещим, чем Артас и Нерзу. Его приспешники скелеты лавины прошлись по миру, никого не оставляя в живых. Спустя некоторое время в этот мир вернулся Легион, но истреблять там уже было некого. И тогда демоны стали глумиться над Ринеями нежитью, чтобы хоть как-то отомстить Велену за то, что тот заставил их гоняться за ним по всей вселенной. Когда открылся доступ в альтернативный Дренор, Дарион Мулгрейн отправился туда, чтобы познакомиться с темной магией, которую используют местные Нерзу для поднятия нежити в некрополе Призрачной Луны. Этот Нерзу в будущем мог бы стать королем Личом. Дарион сказал, что Ледяной Трон и его возможности до сих пор являются загадкой, но он надеется когда-нибудь найти способ освободить Боувра от его судьбы. Вот и все. Так и закончилась история Короля Лича, а также история целой эпохи во вселенной Варкрафта. Интересные факты.
Возраст Артаса на момент смерти 31 год. В честь Артаса названо растение слезы Артаса и эликсир дар Артаса. Несмотря на то, что Артас был высоким человеком, он заметно ниже многих своих прислужников из других народов, что особенно хорошо заметно, когда он встречается с Дракуру и королем Эмироном. Артас был частым гостем в кошмарных снах Джайны Праудумур и Сильвана Ветрокрылой. Хотя в различных источниках Артаса называют нежитью, разработчики не раз заявляли, что он никогда не умирал, описывая, что состояние рыцаря смерти Артаса колеблется между жизнью и смертью. Он оставался живым, но энергия Нерзуо наделила его некоторыми характерными чертами нежити. Белые волосы и светлая кожа, гибель растений при прикосновении, страх, испытываемый живыми зверями и отсутствие усталости. Когда Артас надел шлем Нерзуо, он почувствовал, как силы короля Лича пронзили его сердце, остановили дыхание и заморозили вены. После пробуждения Артас даже вырезал собственное сердце, а позже заявил, что стук живого сердца вызывает у него отвращение. В альтернативной вселенной, где Трау погиб младенцем, а Эделас Блэкмор завоевал Ордрон, Артас бежал в Штормград к своему другу Вариан Рину. Он женился на Джейне, и та родила ему сына, названного Утром Минитивом. Из Даларанского фонтана можно выудить золотую монету Артаса, надпись на которой гласит: «Итак, у меня есть королевство и земли, чего еще желать? Ледяной трон?» Благодарю вас за просмотр данного видео, надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, я нигде не ошибся. Всем удачи и пока. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. А сирот пойдет